Может, просто воображение? Расскажите. У меня видение. Я их записываю, и люди платят, чтобы их прочесть. У Скотта была история, которая стала неотличима от реальности. Куда ты ушел? Он сказал, что она пропала. Куда ты ушел? Я не знаю, как жить без тебя. Вернись. Я на охоту на Була. Что за охота на Була? Это как охота на мусор. Скотт с его братом предали ее, будучи детьми. Миссис Лэндон, я подумал, что смогу попытать счастье при встрече. Неопубликованные работы Скотта должны быть собраны и изучены. Вы никогда не увидите его рукописи. Она их не отдаст. Я достану вам рукописи. Книги Скотта Лэндона изменили меня. Помнишь ту ночь, когда ты спросила, безумец ли я? Я в это поверила, ведь такова сила воображения. Вот это место. Я отведу тебя туда. Что это? Где мы? Если ты решишь все загадки, найдешь все улики, то получишь приз. То, где мы были, это реально? Или просто мое воображение? Я доктору сказал. Мистеру МД. Так скажи же, что со мной не так? Его больше нет, но он все еще ведет меня. Куда именно? Это реально? Или просто мое воображение? История Лайси. Озвучена для канала HD-трейлеры.